Всем привет, с вами Ульки, и у нас осталась последняя незакрытая территория, это четвертый мир. Помимо того, что тут много саб-квестов, которые у меня закрыты и не пройдены, тут еще есть простые вот эти задания, которые я, скажем так, недополучил звездочки. Но скажу сразу, в принципе, я думаю, я могу просто проходить второстепенные задания и за кадром уже потихоньку открывать, ну, добивать эти звезды и просто вставлять в конце ролика. Ладно, наша задача спасти людей. Поехали. Поехали спасать людей. Кстати, я расскажу после этой миссии, что кстати. Даже не после этой миссии, а после этой и следующей миссии. А вы сидите и думаете, что же там интересного будет, а может и неинтересного. В любом случае, это будет только после миссий. Да сдохните вы нахер. Нарушитель, бежим. Куда бежишь? Думаешь, ты действительно сможешь от меня убежать? В этом уверен? Наивный. Я не знаю, кто он. Гоблин? Не гоблин. Слушай, ага. Это направо, ну и это налево. А, кстати, ни хрена, налево не работает. Забавно. Это первые враги за всю игру, которые стояли ко мне спиной, и я проебал момент атаковать их тихим ударом. Ну, что поделать. Проебал так проебал. На помощь, сюда. Как дела? Рыцарь, спасибо тебе большое. Я не забуду, что ты сделал для нас. Ля-ля-ля-ля-ля. И съебались. Отвечаю, как только ушли за экран, уже забыли. Так, это первый сундук. Нам нужен второй сундук, который открывается слева. Но как туда попасть, я пока что не догнал. Теоретически, конечно, нужно просто зацепить вот эти две. Вот эти две уже зацепить и нажать на одну из этих кнопок. Да. Именно так это и было придумано. И второй сундук наш. Жерелька такая себе. Вот тоже непонятно, почему она светится оранжевым, если она, по сути, синяя. Вот это мне вот пипец как не ясно. Так, это закончено, хорошо. Вообще мне непонятно, почему на первый... На первом уровне нету каких дополнительных заданий. Для второго уровня... Вообще у меня тут очень мало дополнительных заданий. Что категорически странно. Ну, с одной стороны, это ни хрена не странно, потому что у меня тут хрен что пройдено. Поэтому, в принципе, все весьма предсказуемо. Ну, будем за кадром открывать это все. А потом добивать, да проходить. Что? Как-то сюда пробрался. Вы чё? Привет, новичок. Есть минутка поболтать? Ну, давай. Ты из Контерберри? Хотя мы кочевники, мы привыкли править миром. Мы были первыми племенем, использовавшим огонь. Однако же наши предки предупредили нас о пожаре. Раньше мы владели землями от Контерберри до Королевства Титанов. Также мы были колыбелью первой цивилизации. Мы даже изобрели магию. Если тебе интересно, у нас есть книга под названием «Пустынная история». Ты тоже потомок нашего народа. Всегда неприятно слушать хорошую историю. Так как слушай еще раз. Раньше мы владели землями... А, окей, игнорировать. А теперь вопрос. Если я ваш предок, если я вот такой вот охуенный, как вы рассказываете, объясните мне, почему, сука, я до сих пор пользуюсь вот этими чашами для того, чтобы сжигать вот эту всю хуйню? Почему я не могу просто подойти и сжечь, как это делаете вы? Просто поджечь что-нибудь. Логично, что просто вы пиздоболы ебаные. Вот и весь секрет ваш. Ладно. Иди сюда, скотина, куда ты убежал? Стой. Помоги мне потренироваться в упражнении с цыковым огнем. Ах, сучка, блядь. У тебя вот два напарника стоят. Ты сама не можешь потренироваться? Чё-то ты меня наёбываешь, девочка. Хотя, давайте просто сожжём что-нибудь. Я могу что-нибудь сжечь. Но я должен что-то сжечь. Стандартно. Знаете, поебало, блядь, этой хуйней. Пиздить она мне еще будет. Сука, куда ты, блядь, пытаешься все сбежать? Ты понимаешь, у тебя нет выхода. Эта зона только для кочевников. Чтобы войти, ты должен быть кочевником или кому-то доверять. Я пущу тебя, если ты избавишься от всех этих кактусов. Нет, чувак, от кактусов я не избавлюсь, я тупо подожгу в ваше здание.
теперь придется от кактусов избавиться. Там серега лежит. Хотя нет, зачем? Вот таким вот образом можно просто собрать ее. Там больше ничего нет. Ну что-то должно быть еще где-то. Потому что это выход, уход. Походу придется вернуться и позорвать все вот эти палатки с бомбами. Потому что в одной из них я пропустил, получается, всю эту херню. Либо же там есть еще проход, в чем я сильно сомневаюсь. Давайте посмотрим. Это, блин, хорош. Я не знаю, давайте просто сгоним назад и подожжем все эти бомбы. Где? Вот она. Ладно, поехали в конец уровня. Я так и думал. Ты прошел весь путь сюда. Ты разрушил мой план. Преподнести всех этих отшельников священнику. Священники посылают помощь как раз в такие времена. Показать им силу Божью. Ух. Ну покажи. Вы как раз отправитесь на небеса. Там расскажешь, покажешь. Проведешь экскурсию. Цветочная корзина. Щит демона. Ты чё прилег? Ты приуныл, что ли? Да я тебя не собирался обижать особо. Чё ты? Не обижайся. Так, нахер пока это кольцо. Ты, блядь, открывайся давай. Так вот. Так как мы, в принципе, закончили эту миссию, скажу вам о том, что я думал, что я надумал. Короче, когда у меня только открылся кузнец, там была такая хуйня, как рандомное развитие. Мне всегда было интересно, а можно ли в этом рандомном развитии получить шмотки зеленого качества, либо же именные, либо именные шмотки. Короче, буквально, может быть, пару часов назад я накопил достаточное количество шмоток, чтобы снова сделать крафт. И получилось так, что я выбил себе на Рэйчел синюю розу. То есть, в принципе, если вы можете подумать, типа, может быть, ты ее там взял в рифте или где-то еще. У меня всего лишь 40 тысяч очков, я не играл в ивент особо. Но, по сути, синяя роза также осталась у меня. То есть, она есть. Ну, это просто для недоверчивых. Не обращайте внимания пока на персонажа, они не прокачаны особо. Тут вообще никто ничего не прокачан, кроме основного состава. Вот синяя роза, в принципе. То есть, она крафтится спокойно за рандомное развитие. И для меня это стало открытием, потому что, блядь, это кайфово. Конечно, маленький шанс того, что выпадет какой-то именной предмет и тем более нужный предмет. Но факт того, что это может случиться, это однозначно плюс. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire. Set my heart afire.